Всем привет, с вами снова я. Мы будем делать такую приголюшку, вкусную закуску. Хотите, можете сделать ее сладкой, для этого нам понадобится сыр, чтобы сделать такую приколюшку на голову, ну вот, корону типа, или можно сделать так, или прическу какую-нибудь, любое. Можно квадратик тоненький отрезать, и все. Это нам понадобится колбаса, надо колбасу тык одну, и бжик, плавыч, да, любой плавленый сыр, водичка. Ладно, водичка это чтобы запить, наше чудо. Я уже пробовала, так. Ну ладно, сейчас, извините за посторонние звуки. Так, сейчас мы это раскрашим. Сейчас я сделаю, на видео неудобно. Вот так, ням-ням. Ням. Ой, извините за звуки сейчас. Извините. Продолжаем. Так, открываем плавыч. Для этого нам нужен глазик. Хотите из сыра? Сыр нам понадобится для приколюшки такой. На голову им вот так коронка будет. Можете не этот. А то отрезать квадратик небольшой и вырезать, что хотите, волосики. Хорошо вырезайте из ножей. Или есть какая-нибудь такая формочка волос, можете это сделать. Коронку. Ой. Краснять. У меня этот, я уже икаю. Сейчас. За это вода бы, чтобы запивать это чудо. Ням-ням. Так, берем эту. Хотите макати, я лучше сделаю этот, подмажу и приклею. Вот так у меня получилось. И просто втыкаю и клею. Лишние остатки убираю. Вы можете полностью разрезать. И не гоните, как-нибудь украсите. Я немножко сделаю кого-то зубики. Не знаю, ничего не получилось. Размазюка кремная. А мы сейчас будем есть. Сейчас только налью водички. Попробую. Уже ела. Ну ладно. Итак, водичку налила. Будем пробовать это чудо-юдо. Так. Ладно. Возьмем это. Мне это нравится. Так. Берем корону. Паф-паф. Не знаю. Редко такие рубрики буду делать. Готовим вместе. Первая рубрика. Вкусно. Мне нравится. Наверное, в следующий раз будем готовить морожку. Не знаю, это наверное. Пишите в комментариях, какое мороженое, сливочное или шоколадное. Одно из двух. Шоколадное у него нравится. Конфеты, молоко, масло. Сливочное. Молоко, масло. И как там, сахар. Ну все. Готовьте дома такие вкусняшки. И играйте с едой. Не играйте с едой. Всем пока!